Стремительный удар рукой в прыжке, вертушка ногой с разворота, маневр, выбор позиции, новая атака. Карим Искенин – лучший спортсмен соревнования в нашей команде. Кудо-синтез лучших техник бокса, карате и борьбы. Спортсмены соревнуются в надежной защитной экипировке, жилет, шлем с забралом, накладки. Карим блеснул яркими нюансами боксерской техники. Взрывные серии, натиск и классные диагональные удары правой рукой точно в цель. Соперник терял позицию, а Мич мгновенно развивал успех. Применял всю разнообразную технику кудо. Бил смешанные серии, добавлял удары руками, ногами в корпус и в верхний уровень. Делал проходы в ноги, завалы. Выиграл золотую медаль соревнования. Мне понравилась динамика. Я старался бить разнообразные удары. Я их чередовал. В начале боя я работал вторым номером. Ловил соперника. Потом в середине боя все поменялось. Я работал ногами, руками. В конец боя я встретил соперника. Креативность и напор всей омской команды. Наши спортсмены зримо прибавили в стартовом моменте атаки. Мощная серия ударов, захват инициативы, изобретательность, смена связок, направлений, темп. Спортсмены из клуба «Фанат» Николай Задворнов и Иван Чернов буквально смяли соперников по полуфиналу. Владислав Шатило выиграл бой досрочно одной размашистой атакой. Прогресс борцовской техники. В кудо применяется практически весь спектр приемов. А мечи успешно атакуют в стойке, стали резче делать проходы в ноги, чаще проводили болевые приемы на руки. Новые позитивные нюансы в мастерстве отметил главный тренер омской команды Денис Черенков. Ребята растут как в ударной технике, так и в партере, в борьбе. Многие из ребят отобрались на первенство Сибирского федерального округа. Дальше будем смотреть. Битва во всех поединках за выход в финал. Отличная самоотдача, разнообразная техника. Кудаисты из Тобольска блеснули жесткими сериями боковых ударов в корпус. Спортсмены Красноярского края здорово проводили подсечки и броски через бедро. Серия побед бойцов из Новосибирской области. Спортсмены продемонстрировали умение концентрироваться в заключительной отрезке поединков. Дожимали соперников буквально с сиреной. Мы, новосибирцы, в основном делаем акцент на смешанный стиль боя. Мы в равной степени изучаем и ударную технику, и борьбу. У меня сегодня это хорошо получилось. Я перебивал противника длинными связками. Был, конечно, сложный момент, когда я хорошо получил. Но я сумел из этого выкрутиться и свалил противника. Рубка в решающей части соревнования. Несколько волевых побед наших спортсменов. Главные награды соревнования завоевали Марк Пархоменко и Софья Федюшина. Роман Гаус выиграл специальный приз за волю к победе. Спортсмен провел удушающий прием на 4-й минуте дополнительного времени. Вышел в финал, завоевал серебряную медаль соревнования. У меня был бой с новосибирцем. Он был очень сильный, но получилось все-таки выйти дополнительное время на руку выломать. Я очень хорошо подрался, я рад этому. В результате командный спор шел буквально до заключительных поединков. Главный приз выиграли кудаисты Новосибирской области. У мечей серебро, бронзу завоевали спортсмены Красноярского края. Все отличившиеся омские спортсмены представят наш регион в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа. Соревнование пройдет в феврале 2020 года. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, Антенна 7.